С установлением хорошей погоды в Славянском районе приступили к ремонту дорог. На балансе администрации района находится 62 километра дорог. На ремонт аварийных участков дорожного полотна в этом году заложено 3 миллиона рублей. На сегодня уже выполнено грядирование 14 километров дороги на хутор Деревянковка. На следующей неделе приступят к грядированию и ямочному ремонту дорог на МТФ-6, 8 и СТФ-2. Глава района Роман Синеговский побывал на объектах, пообщался с подрядчиками, обсудил сроки и качество выполняемых работ. Километра 200 метров дороги. В связи с открытием второго железнодорожного пути по переезду протока Себедахова, железнодорожный переезд на дороге, ведущий к садоводческому товариществу «Приазовец», с 25 мая будет закрыт. Совместно с РЖД было принято решение построить новую дорогу для передвижения жителей. На сегодняшний день строится новая автомобильная дорога, которая будет соединить дачи «Приазовец» с хутором «Сербин». Это силами РЖД, подрядной организации, выполняются эти работы. Она будет иметь 6-метровую ширину и протяженность 4,3 километра. Эта дорога должна вступить в строй буквально летом этого года. Для проезда в садоводческое товарищество требуется от города двигаться по улице Маевское шоссе до поворота направо на гравийную дорогу на Приазовец.